Всю ночь в Ярославле работала снегоуборочная техника. Ликвидировали последствия снегопада. За сутки выпало до 6 сантиметров осадков. С городских улиц за ночь на полигоны вывезено почти 2000 тонн снега. Сегодня на общегородском совещании в мэрии глава города Владимир Слепцов отметил некачественную уборку в Дзержинском районе. Субподрядчик компании СК «Автотранс» не справилась с территорией. Генподрядчику по уборке города спецавтохозяйству поручено срочно исправить ситуацию. Если подрядная организация при всем желании, то есть руководители просто не берут трубки и не находятся на месте, если техника вместо 10 единиц выходит 4, и то, где не работают щетки, и в период обильных снегопадов, к чему это может привести? Это может привести к тому, что район станет. Я прошу учесть это в перерасчетах субподрядной организации, за такую работу не оплачивать. Более качественной уборки в Ярославле создает помехи личный транспорт, поэтому сегодня в областной столице прошла акция «Снежный билет». Ярославцы при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомобиля могут пользоваться общественным транспортом бесплатно. По прогнозам, снегопады продолжатся и в ближайшие дни.